Вечерами уже тепло, по-весеннему дни и ночи. Мне всегда и во всем везло, а сегодня везет не очень. Вечерами светло уже, хороводит весна, хохочет. Только что-то не так в душе, без любви на душе не очень. А где она, любовь моя? Она, в каких краях сейчас она одна? Скучает, плачет до рассвета. А может, рядом ждет меня она, и за окном поет ее весна. Брожу один я не спеша. Любовь моя, моя душа. Провести всю свою жизнь. Я хочу встречать с тобой рассветы и закаты, засыпать и просыпаться в одной постели, готовить для тебя завтрак и ужин, и приносить тебе кофе в постель. Любимая моя Оля, выйдешь за меня замуж? Так трогательно. Я вообще давно об этом мечтала. Конечно, да, да. Бла-бла. Свет, ты сейчас немножко заигралась. Подожди. А текст как он? Ну. Очень сопливый. Но для такой ситуации самое оно. Я думаю, твоей Оле понравится. Думаешь, да? А что за кольцо? Старинное, что ли? Ну да, фамильная драгоценность. Моей прабабке ее суженый подарил. Ну, мой прадед. Вот. И вот через поколение передается. Ничего себе. Что же за Оля такая, которой фамильное кольцо достанется? Брюнетка, блондинка. Хоть бы познакомим. Шатенка. Да, ну, что тебе знакомить? Придешь на свадьбу и познакомишься. Ой, жду не дождусь. А скажи, очень сопливо было? Жуть. Ай-яй-яй. Процедура, конечно, не самая приятная, но без этого никак. Нужно каждый день делать массаж языка. Как? Сейчас покажу. Так, открывай ротик, к маме повернись, язычок наверх. Вот так вот шпателем делать массаж. Угу. Дома каждый день. Ну и ко мне, конечно, ходить не забывайте. Угу. Молодец. Ольга Викторовна, спасибо вам огромное. Вы так хорошо занимаетесь с Сереженькой, у него хоть речь немножко пошла. Ну не зря же вы ко мне обратились. Но самое главное – регулярность. Угу. Так что предлагаю продлить курс еще на полгода. А дальше посмотрим. Хорошо. Касса внизу, не забывайте. И вот мое… Ага. Спасибо. Сереженька, хватит кататься. Иди сюда. Мне прям даже интересно, кого же влюбляются такие прожженные прагматики? О, сейчас ты очень не права. На самом деле я романтик. Да ладно. Да, несмотря на издержки своей профессии. Ну, что вы тут щебечете? Работать пора. Сделала премедикацию. Начинаем. Пойдем, романтик. Да, спасибо вам еще раз. До свидания. Всего доброго. Пока. Здравствуйте. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели мою дочь. Ей 6 лет. Я думаю, что занятия с логопедом помогут ей избавиться от проблем с речью. Добрый день. Как зовут девочку? Оля, ты? Артур? Неожиданно. Слушай, а ты совсем не изменилась. Такая же красавица, как и была. Правда? Да. Проходи. Спасибо. А помнишь нашего
конно-спортивную. Нам сколько там, по 14 было? Да. А ты сильно изменился. Я? Серьезный стал в костюме. А помнишь, какой шебутной был? Да не, это с виду такой просто, а внутри такой же отравитый выброс. Да, удивительно. А ты знаешь, я тебя недавно вспоминал. Да. Да. А я тоже. Приятно слышать. А давно ты тут логопедом? В частной клинике недавно, а до этого дефектологом в саду работала. Решила делать карьеру. Ну, сам понимаешь, в саду работы много, платят мало. Понимаю. Ну, так ты посмотришь Алиску, а она шепелявит немного. Я не знаю, может, перерастет, а может, нет. Надо глянуть. Конечно. А где девочка? Девочка? Дома. Не, правда, я заехал так. Спроси сначала. Может, ты дома ее у нас посмотришь? Заодно и в гости зайдешь. Ну, если свободно сегодня. Пульс хороший, давление в норме. Не спешите снимать ее со стола, пускай еще подышит. И введите ей антибиотик. Угу. Благодарю всех за замечательную работу. Спасибо. Спасибо. Нестерилизация. Ну что, как день рождения Дашки-то справились? Хорошо. Подарок-то мой понравился? А то. Ты же знаешь, альбомы и краски – это наше все. А. Ты знаешь, ее воспитательница очень хвалит. Говорит, что она лучше всех в группе рисует. Да? Да. Ну, привет большой передавай. Хорошо. Свет, извини, ради бога, за любопытство. А ты замужем? А то вроде обручального кольца я у тебя не видела. Неделю вроде в одну смену работаем, а так и толком и не познакомились. Нет, я не замужем. Мы расстались еще до рождения Даши. Ой, мать-одиночка, я таких, как ты, очень жалею. Всегда. А у нас с мужем уже внуки. Вы только уж сильно-то не переживайте. Нам с Дашей вдвоем неплохо, честно. Любовь Степановна, вы знаете, какая у Светы дочка замечательная? Знаете, как они дружат? И вообще у Светы настоящая семья. Вот так вот. Да. Дети, это хорошо. Как же хорошо. Скоро у тебя свои появятся. Ты вообще уверен, что ты к этому готов? Ну, что ты намекаешь? Слышишь, какая это ответственность? Ученые на полном серьезе уверены, что мужики только после 40 становятся образцовыми родителями. А тебе сколько? 35 с хвостиком? Рановато еще, малыш. Малыш. А вот давай нас, что я буду самым образцом и замечательным родителем. Давай. Ну, кто спорит на такие вещи? Видишься, как ребенок, ей-богу. А я тебе покажу. А, да? Два. А что ты меня пугаешь-то? Ну, что ты, хватит смеяться. На самом деле, серьезный шаг. Ой, столько воспоминаний нахлынуло. Так здорово было. Да. А это твой дворец? Да. Ты знаешь, у меня еще в институте все закрутилось, завертелось. Открыл небольшую строительную компанию. Пошли заказы, расширился. Ну, а теперь владею крупнейшим строительным холдингом. О, молодец. Впечатляет. Правда? Да. Проходи. Добрый день, Артур Сергеевич. Добрый день. Добрый, добрый. Здравствуйте. Папа, это ты? Папа пришел! Привет, 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 моя дорогая! Что это у тебя? Ой, какая красота! Алисочка, познакомься. Это тетя Оля. Она логопед и моя давняя-давняя подруга. Здрасте. Здравствуй. Я приехала с тобой познакомиться. О, это ты лошадку слепила? Да, из пластилина.
Ой, какая молодец! Ну, проходи в гостиную. Что на пороге-то стоять? Ой. Здравствуйте, Артур Сергеевич. Здравствуйте. Какая красота. Ничего себе. С ума сойти. Ну, позанимаешься с Алисой, и я тебе дом покажу. А она может что-нибудь почитать? Мне нужно ее послушать. Конечно. Давай. Петушок, петушок, золотой клевесок, масляную головушку, шелковую бородушку. Что ты рано встаешь, деткам спать не даешь? Алиса шепелявит и «р» не произносит. Ну, это у нас наследственное. Моя младшая сестра в этом возрасте тоже шепелявила. Любопытно это, Любовь Степановна. Как будто своих дел нет. Ну да, дом-то скучно, вот и интересуется. Успокойся. Ну не люблю я, когда лезут в мою личную жизнь. Ну, воспитываю я Дашку одна, ей какая разница, не понимаю. Ты куда сейчас? Домой. А что так рано? А я для Олечки буду романтический ужин готовить. Ага. Классика жанра, да. Ужин при свечах. Да, все как полагается. Лепестки роз, свечи, еда, все красиво, да? Ну везет кому-то. А ты не завидуй. Эй, не завидуй, познакомься с кем-нибудь. Такой умный. Легко сказать, познакомься. А все в твоих руках. Ты да же ладно. Меня. Да, умница и красавица. О. А что ты делаешь? Работаешь, домой идешь. Работаешь, домой идешь. Чтобы с кем-то познакомиться, нужно пойти в ресторан, кафе, в театр. Ну, не знаю, на выставку наконец. Слушай, да эти вот рестораны, кафе, театры, выставки это не из моей жизни. Потому что умница и красавица сегодня еще Дашку из детсада забирать. Я и так все время последний прихожу. Позор. Что-нибудь еще прочтешь? Давай, давай. Жили у бабуси два веселых гуся. Один серый, другой белый. Два веселых гуся. Межзубное произнесение звуков. Нужно исправлять. Позанимаемся с тобой, Алисочка, да? Не надо мне заниматься. Я к тебе в комнату пойду. Извини, нужно ответить на телефон. Алло? Да, Игорь. Сейчас не могу говорить, занято. Что-то срочное? Ну, тогда созвонимся. Попозже. Целую. Муж? Нет. Просто знакомый. Пойдем. Покажу дом. Мама, дедушка еще не спит? Нет, он нас ждет. Ты не замерзла? Нет. Давай. Спасибо. Нет, за что. Добрый вечер. Ну, как он сегодня? Знаете, после обеда хуже стало. Вот решили подежурить около него пока. Понятно. Привет. Светочка. Ну, что ты раскрылся-то? Вот так. Дошули. Дедуля, ты все еще болеешь? Да. Выздоравливать пора. Угу. Я скучаю. Я тоже. Да вроде все было нормально. А вот сегодня что-то голова как-то. Пойдемте, я вам сразу отдам, а то забуду потом. Дедушка, да ничего. Я тебе нарисовала в детском саду. Да можно потом. Ну что потом? Как обещала. Да, спасибо большое. Вы не вам волнуйтесь. Спасибо. Все будет хорошо. Хорошо. Несу обязательно. Дашуля, иди, пожалуйста, ко мне. Пусть дедушка отдохнет. Помоги продукты разобрать, и потом сразу домой поедем. Держи. Спасибо. Оля, а как тебе Алиса? Пластилин у нее любимая тема. Лепит и лепит целыми днями. Наверное, скульптором вырастет. Да, хорошая девочка. Только ты знаешь, она мне показалась немного замкнутой. Или это Алиса со мной только так? Да нет, со всеми. Я хотел ее отдать в детский сад поближе к детям, но ни в какое. Ну, это не дело. Нужно ей адаптироваться к социуму, и чем раньше, тем лучше. Да я понимаю, просто не хочу давить. На то и есть причины. Ну, тебе виней. Я хотел у тебя спросить, ты не торопишься, может, поужинаем вместе? А давай.
прости, 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 пожалуйста. Ой, ну наконец-то. 20 минут маршрутку ждали, честно. Ясно. Ну как дела, красавица, а? Помирился со своим ухажером в садике? Ничего не ухажер. Что вы глупости говорите? Мне на ухажеров некогда отвлекаться. Я маме помогать пришла. Ой, прости. Помощница моя. Свет, да. Тебе нужно будет сегодня подготовить, значит, паспорта, угу. Билеты, ваучеры, памятки по стране пребывания, контакты гида и описание экскурсии успеешь, потому что группы уже прилетают через 3 дня. Я тебя очень прошу, не волнуйся, я все сделаю. Спасибо тебе. Нет, за что? Тебе фирма платит за работу. Свет, угу. Как папа себя чувствует? Получше? Не очень. Ну ладно, хорошо, хоть не хуже. Сегодня как раз навещали его. Бедная, как ты одна справляешься? Держись, дорогая. Слушай, а у меня что, есть варианты? Не знаю. Вот у меня сегодня свидание. Да ладно? Да. Девчонки, ну, как я? Выгляжу? Роскошно. Я когда вошла, я сразу увидела, что ты сегодня красотка. А кто он? Зовут Андрей. Все, по-моему, я уже опоздала. А подробности? Потом. Девчонки, пока. Светка, деньги на столе. Пока. Пока. Удачи! Ну что, тебе было вкусно? Очень. У тебя отличный повар. Правда? Mm-hmm. Передам. Ну что ж, еще раз за нашу неслучайную встречу. Оля, я хочу, чтобы ты знала. Я воспитываю Алису один. Один? Да, один. Ее мать умерла. Мне очень жаль. Может, поэтому она такая, ей не хватает материнской ласки, тепла. Ну, тогда все объясняется. Не, ну, конечно, есть няня. Но ты же понимаешь, любви за зарплату не бывает. Да, я как никто другой это понимаю. Меня саму с 3 лет тетя воспитывала. Да? Я, конечно, не называю ее мама, но ее любовь для меня даже до сих пор большая поддержка. К сожалению, не у всех так бывает. Согласен. А давай за наш первый поцелуй. Ты помнишь? Конечно, помню. Я очень рад, что я тебя встретил. Я тоже. Вечерняя программа. Телевизор, масочка для лица. Конечно. Золотой лифтинг. Прекрасная вещь, между прочим. Присоединяйся. Очень полезно. Я знаю. А что ты так сияешь-то? Неужели Игорь предложение сделал? Нет. А тетя, кремик мне принеси, пожалуйста, там вот с экстрактом липы, мой любимый, ты знаешь. От тети, говорю, полгода голову морочит. А знаешь, с кем я сегодня ужинала? Нет, пока. С Артуром. С Артуром это? Помнишь, конно-спортивная школа? А, да, конечно. Он мне тогда нравился жуть. Ну и что? А мне показалось, что я ему и сейчас очень нравлюсь. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Поподробнее. Кем работает? Бизнесмен. Прекрасно. Недвижимость? Ой,
двухэтажный дом загородный. Ух, великолепно. Но есть один минус. Женат? Хуже. Дочка. Алин! Ты посмотри, какой надой-то у красавицы, а? Может, расширяться пора? Еще коровку возьмем. Еще одну? Ну да. Что скажут? Алин! Ну опять эта страхолюдина здесь. Что? Ну какая страхолюдина? Ну не страхолюдина, а это садовый гном. Ой, ничего не понимает дизайнер. Куда ты его понес, Федор? Поставь на место. Ты как знаешь, а я не знаю, насколько меня еще хватит. Здравствуйте. Привет. О, привет. Привет. А я с Дашкой. В субботу сад не работает. Хотела с Томкой ее оставить, ничего не получилось. Ты не против? Ну, конечно, не против. Молодец, что привела. Привет, Дашуль. Привет. Ну что, взяла с собой цветные карандаши? Взяла. Молодец. Будешь нам помогать вести журнал. Давай. Будешь записывать туда имена пациентов. О! Да. На, держи. Какая ты стала деловая, прям взрослой стала. Да, мам, привет. Привет. Ну, как ты там? У меня все нормально, жив, здоров, все прекрасно. Не женился? Да нет, мам, ну еще не женился. Ну куда я без тебя? Ты мне лучше про себя расскажи, как ты там в своей деревне обитаешь, как ты с Федором Ивановичем, не ругаетесь? Ну, это не телефонный разговор. Приезжай, все и увидишь сам. Мам, ну ладно, ладно. Да заеду, заеду. Да, хорошо, давай, давай, целуй тебя, давай. У тебя чего, мама в деревне? Представляешь, уже 3 месяца. Ага. Ну не ворчи, не ворчи. Ты же сама этого хотела. Я? Да. Да я хотела цветочки выращивать, в лес ходить за грибами, в речке купаться. А я с палкой по огородам за животиной скачу. Алинушка. Смешно прям. Ну это ты просто не привыкла еще. Ну как можно в деревне без хозяйства? Хозяйственный ты мой. Ну ты не волнуйся. Ведь главное нам тут... Хорошо вдвоем, правда? Умеешь ты уговаривать. Дай-ка. Иди умойся, а то сейчас завтракать будем. Она как замуж вышла за этого Федора Ивановича, так сразу к нему в деревню и переехал. Они до пенсии на заводе технологами были, а потом купили домик в деревне, ну и хозяйство там завели. Романтика, курочки, коровки. Курочки, коровки. Да, не зевайся, она скоро сбежит от этой романтики. Дашка, чай будешь с баранками? Ну, мам, я же работаю. Артур, с Алисой же только на понедельник назначен. Привет. Это тебе. Спасибо. Красивые. Ну, я проезжал мимо, подумал. Суббота короткий день, вот и решил заскочить. И цветы случайно в машине оказались. Подловила? Подловила. Так, я предлагаю, может, пообедаем? Сейчас? Да. Соглашайся. Не пожалеешь. Ну, и как прошел романтический ужин? Она оценила? Предложение сделал? Да, Оля встречу отменила. Она же устает, все-таки работа с детьми. О, ну это я как раз понимаю, тут с одной ты так намаешься, что свет белого не видишь. Ну прости, прости, ну что бы я без тебя делала? Смотри, как распогодилось. Артур, ты непредсказуем. С работы и сразу к лошадям? Познакомься, это бонус. А ласково, Бяша. Здравствуй, Бяша. Ну что, прокатимся верхом? Ой, я бы с огромным удовольствием, но ты же видишь, в каком я виде. Ничего-ничего, я все устрою, пойдем. Мам, смотри, как мы с Игорем умеем. Оба, оба, держи. Эх, жалко, что я так не умею. Свет, 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 слушай,
Может, это плохой знак, что она не пришла, а? Гади, ты разве суеверный? Ну? Да все нормально будет. Вчера не получилось, сегодня получится. Спасибо тебе, Артур. Так приятно. Ну, но можно приезжать сюда, когда захочешь, только скажи. Правда? Да. Эту усадьбу я построил 2 года назад. Она твоя? Угу. Не хватает только хозяйки, любящей лошадей, как я. А давай потом с тобой на перегонки, как когда. А, правда? Да. Ну, давай. Ну, смотри, тебе меня не обогнать. Олечка, ты просто прекрасно выглядишь, просто супер. У меня к тебе очень важный разговор. У меня к тебе тоже. Угу. Олечка, в последнее время у нас не получалось с тобой нормально встречаться. Ну, это все ерунда, глупость. Игорь, я встретила замечательного человека. Это хорошо, замечательно. Пожалуйста, не перебивай меня, потому что то, что я сейчас скажу, это очень важно. Я хочу быть честной с тобой. Угу. Он мой давний друг, бизнесмен. Зовут Артур. Артур, бизнесмен? В смысле? Прости, я выхожу замуж. Игорь Олегович, вы сегодня такой суровый, даже подходить страшно. Подпишите? Игорь, ну ты чего? За целое утро ни одного слова не сказала, на тебя не похоже. Что-то случилось? Игорь? Я Ольге предложение сделал. Да? Ну и... где радость? Или тебя все-таки пугает мысль о предстоящей свадьбе? Она меня бросила. Кто? Подожди! Ну, стой! Ольга? Тебя? Да. В каком смысле? Игорь? Я вас ищу как раз. Завтра оперируем Парфенова. Давайте решим все закрытые вопросы. Да, конечно. Игорь, извините, ради бога, я хотела вас спросить, а Ольга – это ваша жена? Любовь Степановна, прекратите лезть в мою личную жизнь, пожалуйста. Господи, а что я не так сказала? Игорь! Оля, ты обворожительна. Спасибо. За тебя.
ты сводишь меня с ума. Я не могу сейчас разговаривать, я работаю, Игорь. Да вот, Светик, пришел попрощаться. Чего? Попрощаться, Светик. В каком смысле? В прямом. Это что, шутка? Нет. Или ты пьяный? Эх, Светка, жизнь хороша, да, неважно зачем. Алло. Пока, Светуль. Алло. Мама, я закончила. Ага, молодец. Мы к дедушке сегодня поедем? К дедушке? Дедушке. Нет, не думаю. Так, быстренько одевайся. Давай. А куда мы едем? К дяде Игорю. Где же этот загранпаспорт? С ветерком прилечу по хайвею. В океане увижу кита. Паспорт. Загран. Сергеев, что у тебя случилось? Все хорошо. Фу. Понятно. Так, ничего себе. Ага, отлично. Ты куда, куда? Выливать. Ты садистка. Ты вообще соображаешь, как ты меня напугал? Попрощаться он решил. Я не знала, что думать. Я просто в путешествие хотел съездить, байк купить, кругосветку, кита за хвост схватить. Ну, мечта детства. Знаешь, что мне интересно, Сергеев? О чем ты завтра утром мечтать будешь? Путешественник фигов. Дашуль, хочешь, я тебе фокус покажу? Угу. Давай. Сейчас обратно вставлю. Я все видела. Ты палец? Кулак спрятал. Нам такой фокус в садике показывали. Ты понял? Даже фокус не могу показать. Значит так, фокусник, быстро ложись на диван и проспись. Ясно? Дашуль, пойдем, я тебе в спальню постелю. Вот. Ну, давай, осваивай новое место. Спокойной ночи. Ложись.
Федя! Федя! Да здесь я, здесь. Чего? Федор, я так больше не могу. Я устала. Я хочу в город. Лин, ну ты просто не привыкла еще. Ну потерпи ты чуток, да. Вот я, к примеру, я в этот город вообще не ногой. Да что ж я всю жизнь на тебя равняться, что ли, должна? Лин, ну подожди ты. Перестань, уйди. Алина. Слушаю. Да, Света, я узнала. Случилось что? Так. Я поняла. Света, спасибо тебе. Утром буду. Угу. Подожди, а ты куда? Домой, у Игоря проблемы. Ты надолго? Навсегда. Вот мне где твое приусадебное хозяйство. Ну, подожди, подожди. А как же романтика, эти закаты, восходы на лугу? Да, а мишки с комбикормом, а ведра неподъемные с водой, а эти руки, которые от земли не отмываются. Извини, Федор, я о другой пенсии мечтала. Чемодан достань мне, пожалуйста. Все, с романтикой покончено. Привет. Давно тебя не видела. Что, сыночка приехал проведать? А, да, нет. Я насовсем вернулась. А что в деревне? Не случилось? Да понимаешь, слишком разные мы с Федором Ивановичем оказались. Я долго не решалась. В общем, он сам виноват. Ладно, потом расскажешь. Да. Я сейчас тороплюсь. Заскочу к тебе как-нибудь на чай с пирожками с твоими. Хорошо. Поболтаем. Давай, счастливо. Пока. Проснулся путешественник. Игорь. Мам, Свет, а что вы здесь делаете, а? Мне как вчера Света позвонила, я сразу примчалась. Ох, и напугал ты нас. Она с тобой всю ночь просидела. Спасибо ей. Ма, Светка хороший друг. И Ташка у нее хорошая. Ма, у меня башка раскалывается. Ужас просто. Игорёша, зачем ты себя так мучаешь, а? Ну пойми, ну нельзя же так. Как будто других девушек нет. Найдешь еще себе. Ты у меня вон какой. Красивый. Видный. И врач хороший. Ма, пожалуйста. Хоть ты меня не пытай, пожалуйста. Знаешь, сынок, а мне поначалу Оля даже понравилась. Хваткая такая девчонка. И после этого я бы на твоем месте даже вспоминать не стала. У нее с Артуром этим все несерьезно. Ой. Оля меня любит. Да, только меня. О, Господи. А
Артурчик, я уверена, тетя от тебя будет просто в восторге. Оля, Оль, Оль. Игорь, зачем ты пришел? Прошу тебя, подумай еще раз. Ну зачем тебе этот Карлсон? Ты же его не любишь. Игорь, между нами все кончено. Я люблю его. Когда ты наконец-то поймешь? Я тебе не верю. А мне все равно. Мы подали заявление в ЗАГС. Оль, Оля, Оль, подожди. Оль, подожди, ну подожди. Игорь, я думаю, вам лучше оставить нас в покое. Понятно? Вам Оля все объяснила. Собери. Здравствуйте. Приветствую. Иди сюда, моя хорошая. Опа. Артурчик, ты у меня самый лучший. Я с детства мечтала в Париж на медовый месяц, а ты осуществил мою мечту. Ладно, пойдемте. Ты еще о Венеции мечтала. Да, ты осуществил почти все мои желания. А, почти? Дорогой, ты же знаешь, что все мечты девушки осуществить невозможно. Дорогая, я буду стараться. Дочь, а ты что скажешь? Я хочу к себе в комнату. Пойдем. Возьмите. С приездом. С приездом, с приездом. А я в душ. Ты со мной? А я к дочери. Ну, тогда увидимся за обедом, любимый. Угу. Алис, подожди. Оставьте нас одних, пожалуйста. Алис. Алис, ты ее не любишь? Олю, давай только честно. Она плоха. Солнышко, ну почему? Она не как мама. Ну, конечно, не мама. Мама была другая. И мне ее очень-очень не хватает, правда. Но Оля теперь тоже наша семья. Вы с ней подружитесь. Обязательно. Нет, не подружимся. Ты любишь больше, чем меня. О, ну-ка, кто тебе такое сказал? Иди сюда. Ты что? Как вообще могло тебе прийти такое в голову? Ты что, ты что? Я тебя очень люблю, очень-очень, очень. Больше всех на свете. И так будет всегда. И ты это запомни. Игорь. Ну все, ну хватит уже. Ну сколько ты себя еще будешь изводить? Все, Ольга замужем. Да пошла она к черту еще страдать из-за нее. Давай, выбрасывай это все из головы нафиг. Да я пытался выкинуть, не получается. У тебя и не получается. Потому что у тебя только работа и куча свободного времени, чтобы страдать. Надо себя чем-то занять. Господи, я не знаю, хоть с парашютом прыгни. Можешь тебе на курсы пойти? Итальянского там или английского? Отпуск. Возьми отпуск, я тебя прикрою. Поедешь на какие-нибудь острова или в Европу, я не знаю, куда ты там мечтал. Прости, пожалуйста. Я дурно, прости, я...
Я тебе обещаю, я больше никогда не буду к тебе лезть с этим. Ну и правильно сделаешь, что из деревни вернулась. А то кисло сейчас-то. Или скучаешь все-таки? Я? Да нет. Это пускай Федор Иванович скучает. Ой, объедение. Ну, только ты такие пироги умеешь делать. Ну, садись, угощайся. Значит, у Игоря с Олей все? А, давно уже. Только он никак забыть не может. Ну, это дело поправимое. Да. Ну, и как это поправить? А племянница у меня есть. И умница, и красавица, и хозяйка хорошая. Твой-то Игорек к домашней еде приучен. Сбаловала мальчика. Ну и что за племянница? Эля, 28 лет. Работает старшим менеджером в очень приличной компании. Познакомить их надо. Ну, я не знаю, как Игорь на это среагирует. Правильно среагирует. Ты только замотивируй его со своей стороны, а я с Элей поговорю. Авария. Машина с дороги слетела прямо в лепешку. Парень в рубашке родился. Живой после такой аварии. Но давление падает, похоже, внутреннее кровотечение. Рентген, УЗИ, начинаем. Хорошо. А я и говорю, девушка с такими габаритами, я не могу взять работать жокеем. Она что? Она обиделась, говорит, у меня международный диплом. А я ей говорю, езжайте туда и устраивайтесь на работу, где вам выдали международный диплом. Нечего мне голову морочить. Слушай. А давай ты меня в магазин забросишь, а я там, кстати, зайду. Алисочка, солнышко, тебе купить что-нибудь? Пластилин или краски? Ничего мне не надо. Не обращай внимания на сутреннее настроение. Ладно, пойдем. В общем, я тебя в обед заберу, а ты пока тете про свадебное путешествие расскажешь. Хорошо. А ты как? Замечательно. Ты знаешь, тут сосед обещал меня научить на гитаре играть. Да ладно? Да. О-хо-хо. Буду петь серенады. Под окнами третьего этажа. Держи. Сейчас. Спасибо. А есть кому петь? А у тебя-то есть кто? Кто тебе будет серенады петь? Нашла? Времени нет искать. Кто-нибудь нравится? Он нравится. Игорь. Мы с ним работаем вместе. Толку-то? Мы друзья. Просто друзья, пап. Молчу. Вот и молчи, умник. Тетя, привет. Оленька. Мы. Золотце мое. Красавица. Заехала тебя навестить. А я уж думала, ты меня забыла совсем. Ну что ты, я сразу из свадебного путешествия к тебе. Боже мой, какая красавица. Ой, как ты изменилась. Ну, проходи, проходи. Сейчас мне все расскажешь. Проходи. А у меня вот, смотри-ка, новое приобретение. Видишь, красота какая. Сейчас совсем упадешь. Осуществила свою давнюю мечту. Смотри. Ты видишь? Красота какая, да? Потрясающе. Никогда в жизни не могла себе этого позволить. А вот сейчас спасибо, Артурчик. Очень стильно. Стильно. Красота. А мы тебе еще сюрприз из Парижа привезли. Да что да. ты? Сейчас принесу. Ну-ка. Та-дам! Та-дам! Боже мой! Прямо с Елисейских полей. Тебе. Ой-ой-ой-ой. Так, что ж там такое? Красота какая-нибудь с Елисейских полей.
Ой, боже мой! Это же мой любимый цвет. Такой вот тухло-пастельный, смотри-ка. Ой, ой, фасон какой. Ты знаешь, я в 86-м году точно такой же купила, когда от Василия Семеновича уходила. Дорогое, наверное. Ничего бы. Не коротенькое. В самый раз. Твои ножки прекрасные показывать. Ой, ой. А ты что такая грустная? Не случилось ли чего? Да я не знаю, что с ней делать. А что? Она меня ненавидит. Кто? Да, Алиса это. А, это плохо, это очень плохо. Ты должна во что бы то ни стало с ней подружиться. Слушай, может быть, какой-нибудь карайчик пони запустить? Или таракот, чё, персик? Ты с ума сошла? Это же Париж. 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 Так как мне с ней подружиться-то, а? Игорючек, у тебя на выходных как со временем? Нормально. Надо мне мои вещи забрать из деревни. Съездишь к Федору Ивановичу? Ой, мама. Что? А я что, один в деревню поеду на целый день? А ты намекаешь, что я должна отправиться с тобой? Нет, ни за что. Ну, мам, я уже 100 лет в деревне не бывал, боюсь сбиться с дороги. Поехали вместе. Игорь, не подначивай. Ну, сделай для матери доброе дело. Ты же знаешь, что я не поеду, а вещи забрать надо. Хорошо, съезжу. Хорошо. Вот и спасибо. Игорек, мне надо поговорить с тобой. Я хочу познакомить тебя с одной очень хорошей девушкой. Ее зовут Эля. Она племянница нашей соседки. Мам, ну ты даешь, а? Ты что, теперь меня будешь через подруг знакомить, а? Я что, совсем беспомощно выгляжу? Не умничай. А вдруг она твоя судьба? Я тоже думал, Оля моя судьба. Мам, я тебя прошу, я тебя умоляю. Я сам со своей жизнью разберусь. Хорошо, мамуль? Не лезь. Да не хорошо, Игорь. Ну ты хотя бы подумай об этом. Подумаю. Артурчик, а давай мы здесь сделаем гостевую усадьбу с русской баней и сад. Ну, неплохая идея. А с той стороны детскую усадьбу с конно-спортивной школой, как у нас было. Алисочка, солнышко, ты же хочешь здесь с другими детками на лошадках кататься? Нет. Почему нет сразу, солнышко? Ну, мы подумаем. Подумаем. Давай сама, давай. Оп. Дорогой. А почему тебе все мои идеи не нравятся? Ну, почему не нравятся? А ты назови хотя бы одну, которая бы тебя заинтересовала. О, малыш, надо подумать. Что-то ты мне подозрительных стала. Пойдем кофейку выпьем. Кофе-то мы выпьем. Только ты от ответа не уходи. Что-то я так устала. Давай. Пока. Ну да. До свидания. До свидания. До свидания. Свет, а что ты делаешь на выходных? Да ничего особенного, как всегда. Подъем, завтрак, уборка и с Дашкой в парк. А что? А не хочешь на один день на экскурсию в деревню съездить, а? Мышечки пожарим, Дашка на животных посмотрим. Мне просто у Федора Ивановича на некоторые вещи надо забрать. До свидания. До свидания. Вот, я бы вас заодно взял бы. До свидания. Ну, конечно, да. Супер. Конечно, ну, вот поедем. И хорошо. Во сколько? Да. Давай пораньше выйдем. Ну, так тогда без промахов получится. Хорошо. Мамочка. Я к Алисе. Приходи скорее, Дашка. Да нет. Привет, дядя Игорь.
Давай. Ну что, поехали в деревню, залезайте. Спасибо. Опа. Опа. Привет! Ты кто? Мы к вам в гости приехали. Здравствуйте. Игорёв. Федор Иванович. Рад. Я Света. Моя коллега по работе, а это её вот её дочка. Даша. Федор. Очень приятно. Приятно. Вот приехали вашу живность посмотреть. Покажете? Конечно, покажу. Пойдем? Милости просим. Пойдем. Красотища! Ну что, как вы здесь, а? Нормально, нормально. Света с Дашкой надолго это запомнят? Он как сияет. Еще бы. Давай, давай. Не надо. Ну, вещи я собрал. Увезешь. Но ты поговорил с матерью-то, Игорёв? Хватит дуться, пусть проезжает. Обиделась, что я больше внимания буренкам уделяю, чем ей. Хозяйство же время требует. Но смотри, смотри. Да поговорю, конечно, Федорова, поговорю. Но, если честно, только между нами, я очень удивлен, что моя мамулечка так долго здесь продержалась без цивилизации. Осторожно. Я дал эту цивилизацию. Пылище, грязь. Да дети вон у компьютеров глаза портят. Дашка, ты поди, корову только в интернете видала. А? Знаешь, какие... Даш! Дорогая, сейчас отойду на секундочку. Мне нужно сделать кое-какие распоряжения, а потом поедем. И ты мне расскажешь по дороге о своих планах по расширению усадьбы. Ты же тут уже почти хозяйка. Спасибо, дорогой. У меня планы целая куча. Все, я пошел. Я быстро. Давай. Эй, ты! Знаешь, кто я? Так вот, с сегодняшнего дня все работы с лошадьми, встреч, чесать и так далее за конюшней, ясно? За конюшней места нет. Там же хозблок. Ничего, поместитесь. Выполняй. И прислуги остальное передай. У нас здесь прислуги нет. Это что? Ты еще огрызаешься? Я дело говорю. Надо же. Без году неделя здесь и уже свои порядки заводит. Что ты сказал? Ты говоришь, что я здесь никто? Да ты уволен. Пошел вон отсюда. Наймем других, которые свое место знают. Так что происходит? Да вот. Он меня оскорбил. Он мне сказал, что я здесь никто. Георгий, подойди сюда, пожалуйста. Георгий, это Оля, моя жена. И хамство я не потерплю. Идите работать, я с вами потом разберусь, ясно? Идите, идите. Родная, прости, он прекрасный конюх. Я не знаю, что на него нашло. Я боюсь, она не кусается. Нет, она хороших девочек не трогает. Давай сейчас тебе покажу, как коровка молочко дает. Вот здесь у нее вымя. Вот коровка травку ест, а из вымени молочко бежит. Интересно, Даш? Да. Ну тогда иди сюда. Научу тебя коровку доить. Хочешь? Хочу. Хороший, нет, хороший. Вот, смотри. Господи, как же хорошо. Даже дышится по-другому. Я смотрю, ты здесь тоже повеселел. Наконец-то. Я не понимаю, как твоя мама могла отсюда уехать. А знаешь, что она сказала?
С милым рай, конечно, и в шалаше, но в городе покомфортней. Ничего себе шалаш. Мне бы такой. Эх, вишня. Для шашлыка-то самое то. А это разве не яблоня? Нет, Даша, это вишня. Яблони вот растут. У них на коре рисунок разный. Мам, я теперь все-все деревья в саду знаю. Хочешь, я тебя научу, как отличать? Ребята, сначала шашлык, потом все остальное. А мы не против. Артурчик, я так тебе благодарна за этот браслет и сережки. Они просто великолепны. Это всего лишь небольшая компенсация за недоразумение на конюшне. Оля, свои драгоценности ты будешь хранить вот тут. Хорошо, дорогой. А чья это шкатулочка? Моей первой жены. Ясно. Извини. И вот еще что. Мне бы очень хотелось, чтобы ты нашла общий язык с Алисой. Конечно, любимый. Обязательно найдем. Алиса непростая девочка, но я буду очень стараться. Мне бы этого очень хотелось. Давай, отстегивайся. Так. Ой, выползай. Ничего не забыла? Все проверила? Нет. Да. Слушай, ну спасибо тебе. Просто лучшие выходные. И Дашка воздухом подышала. Пойдем. Тебе понравилось, Дашу? Да, коровку с дядей Федором доить. И курочек кормить. И еще. Так, ладно, дальше я сама. Да, точно? Точно, абсолютно. Ну ладно. Езжай. Да. Спасибо еще раз. Пойдем, это холодно. Давай. Все, пока. Пока. Даш. Я тебя люблю. Пока. Пока. Пойдем. Поможешь? Мам, я вернулся. Иду, иду. На, приданное принимай. Ой. Так. Все время о тебе расспрашивал. Может быть, зря ушла? Значит, он тебя уже тоже обработал. Все понятно. Обработал, и я был не против. Ага. Может быть, вернешься к нему? А? Ни за что. У нас с Федором Ивановичем неразрешимые противоречия. Да. Да. И какие? А вот такие. Его буренка, 7 коз и поголовье куриц. Мамуль, куры поголовьем не исчисляются. А у меня исчисляются. И вообще, не умничай. Ну ладно, хватит об этом. Мам, тебе от Светы с Дашей большущий привет. Спасибо. Ну, мамуль, ну не дуйся, пожалуйста. Да ну а? Тебе. Федор Иванович сегодня учил Дашку, как корову доить. Представляешь, Дашка первый раз в жизни увидела корову, так испугалась. Ну да. Дашка такая смешная, деловая такая. И у тебя могла быть такая. Знаешь, это в тебе отцовский инстинкт срабатывает. Про семью и детей. Мам. Ну, может, все-таки встретишься с Элли, а? Посмотри, она такая хорошенькая. Доброе утро. Алис. Поплаваем вместе? Я не хочу.
Так и знал, что ты здесь. Сегодня вечером деловые партнеры устраивают ужин. Хотел взять тебя с собой. Поняла. Буду выглядеть потрясающе. Да ты всегда потрясающе выглядишь. Через неделю мышь вы снимем и вас выпишем. Ага. Все нормально. Хорошо. Игнатов. Но обед же в больнице был. Ну что вы делаете? Вам же жирное нельзя. Так у вас диетическое. Сами попробуйте. Хотите вообще поставки обеда в больнице организую? У вас ведь невкусно кормят. Класс, попробуйте. Нет, спасибо. А что за ресторация? Орхидея, наш ресторан. Недавно открылся новый зал. Еда – сказка. Выпишусь, обязательно схожу. Если скидочную карту подаришь. Подарю. И вам подарю. Орхидея сейчас очень модное место. Да? Кроме шуток. Ну, за карту спасибо, конечно. А вы через час зайдите на перевязку. Я вас умоляю, Игнатов, поосторожнее с этим, ладно? Я еще один возьму. Возьми, а тарелку мне. Давай до дома тебя довезу. Да ты сам, небось, после ночной устал. Я-то нормально. Ну, тогда спасибо. Я вообще умираю. Ой, сейчас. Алло, с папой что-то? Плохо, да? Так, подождите. А вы ему таблетки давали, которые я в прошлый раз привозила? Я поняла. Да, хорошо. Сейчас скоро буду. А что с папой? Где он? Чё ты ничего не рассказываешь? Слушай, такая длинная история. Он года 3 назад очень серьезно заболел. У меня был выбор. Либо я все бросаю и ухаживаю за ним, либо отдаю его в платный пансионат. Но бросить я все не могла. Мне ж Дашку надо еще поднимать. Ну да. Пришлось отдать. Но ты знаешь, там очень хороший круглосуточный медицинский уход. Ему там, правда, лучше. Я стараюсь почаще к нему приезжать. Ой, боже. Ну ты мать даешь, а? А что ты раньше-то не сказала? Может, я помог бы как-нибудь? Да не хотела я на тебя свои проблемы, я ж зачем? Так, все, давай поехали к папе. По дороге все расскажешь. Пошли. Осторожно. Сейчас. Давай. Садись. Спасибо. Ну как он? Без изменений почти. Просыпается уже, по-моему. Ну все, я пойду, не буду мешать. Все. Светочка. Привет. 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 Па, это Игорь. Мы вместе работаем. Света очень много говорила о вас. Пап. Хорошего. Не слушай его. Пока. Вы играете в шахматы? Ну, как вам сказать? Ну, так, немного. Совсем немного? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вы торопитесь, Свет? Да. Дашку ну, надо бегите, садвести. Бегите. Что тебе в следующий раз принести? Ничего не нужно, кроме, если можно, где-нибудь найди шахматы большие. А то эти как в поезде. Па, я постараюсь. Постарайся. У тебя мировой папа. Да. Он боец. Мне кажется, ты ему тоже понравился. Да? Да. А что ты ему нормальные шахматы не принесешь? Слушай, ну это целая история. Надо поехать, найти, убить, потом привезти сюда. У меня времени ни на что не хватает. Ну понятно, понятно. Ну сейчас-то домой. Садись давай. Ты чего? Ничего. Ты очень хороший. Непонятно, что бы я без тебя делала.
уймись. Отдай, это мамина! Уймись, я тебе сказала, здесь теперь все мое! Пошла вон. Любимый, ты не так все понял. Она чуть колье не порвала. Никто не смеет бить моего ребенка. Пошла вон! Оля? А что произошло? Где Артур? Я у тебя переночую. Проходи. А чья это идея? Моя. Мне семью сохранить надо. А Артур пусть пока остынет немножко. Поругались, что ли? Тетя. Давай не будем сейчас об этом. Странно все это как-то. Ничего странного. Я так решила. Ну ладно, решил так решил. Проходи. Чувствуй себя как дома. Так? Опа. А вы уверены? Абсолютно. Ну, раз руку от фигуры оторвал, значит, все. Ну, ладно. Что вы тогда на это скажете? С вашего позволения, мат детский. Мат? Ух ты. Ух ты. Ну, ладно, в следующий раз у вас не получится. Хорошо. Вот так. Давайте еще партию, а? Да давайте, у меня времени много, хоть до рассвета. Ага. Вот, смотрите. Игорек, вот книжка. Угу. Лучшая книжка о шахматах. Книга о шахматах. Рахлин? Рохлин. Рохлин. Извините, почерк. Как курица лапой. Будем выходить на другой уровень. Повышать мастерство. Пора. Привет, привет, мой хороший. Мой красавец. Тю-тю. Здравствуй. Какими судьбами? На такси приехала. Зачем? Поговорить об Алисе. Ну, прости, погорячилась. Оля, нам не о чем разговаривать. Я своих решений не меняю. Ну, ты же говорил, будешь здесь хозяйкой. Забудь. Просто забудь. Между нами все кончено. Артур, ну ты пойми, Алиса, она не золотая. Ее воспитывать, воспитывать надо, а не потакать всем ее прихотям. Слушай, Оля, пошла вон отсюда, а? И быстро. Если ты будешь так со мной разговаривать, то я уйду. И не вернусь уже никогда. С тобой будут разговаривать мои адвокаты. И я подал на развод. Пошла вон. А мне плевать. Вот так будешь один всю жизнь со своей доченькой сюсюкаться. Дурак! Привет. Привет, привет. А я знаю, что ты вчера к моему папе ездил и что вы в шахматы играли. Ну да, 5-0 продал, как мальчишка. Спасибо. Просто. Ты даже не представляешь, как для него это важно. Да, не за что. Ну, как для любого человека, который долго лежит в больнице, ему вообще, конечно, не хватает. Угу. Ты кому я рассказываю? Ты все это прекрасно знаешь. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу вам сказать огромное спасибо. Выписывайтесь? Да. Насчет того, что приходить к нам почаще, такого не скажу. И вам, Светлана, огромное спасибо. Да не за что. Светлана, вы знаете,
Я бы с вами хотел... Игорь Олегович, Света, срочно в операционную, сразу двух привезли. Колты резные. Извините, до свидания. Удачи. До свидания. Все кончено. Из-за какой-то дрянной девчонки. Ну, что ж теперь? Все к этому шло. А имущество? Ну, ты ж получишь что-то при разводе, да? Я ни на что не могу претендовать. Мы подписали брачный контракт. Как? Артур настоял. Я думала, потом все переиграю. Ой, чуяло мое сердце. Не надо было Игоря бросать. Ну, ты же сама говорила, что Артур — это мечта. Ну, говорила. Живут-то не с мечтой. Ой. Господи, Дашка, а почему на полу-то надо обязательно играть? За стол нельзя было сесть? Ну, мама. Свет, ну пускай играет. На, твой любимый с бергамотом. О. Ты знаешь, мне Игорь показался симпатичным. Немногословный, самодостаточный. М? Че ты меня уговариваешь? Мне самой нравится. Ну так. Что? К сожалению, я-то ему не нужна. Может, тебе это кажется? Может, это давно по тебе сохнет тайно? Ну, конечно. Если бы... Свет, нам нужно много обсудить. Ресторан «Орхидея», 19:00. И. Что такое «и»? Привет. А я пораньше пришел. Что, застыло? А, Игорь? Игорь. А у меня, между прочим, сегодня вечером кое с кем встреча. Да ладно? Да. Ну, похоже, что у меня тоже. Да? Ага. Значит, тебе и мне нужно пораньше уйти. Давай, Светка, собирайся, концентрируйся на работе. У нас пациентка. Давай, давай, давай. Здрасте. Добрый говорить. Закрывайте за собой двери! Почему у меня в кабинете всегда двери нараспашку? Не муж. Не работа нормально. Вот торчи теперь в детской поликлинике. Как дура. Дашка, раздевайся. Том. Спасибо тебе. Ну, куда ты собралась средь бела дня? Тихо. Меня Игорь пригласил в ресторан. О, Господи, наконец-то дождалась. В какой? Да какая разница? В «Орхидею». Прекрасный ресторан. Мы там с Андреем были. С каким Андреем? В
Все вспомнила. Коллега, да. Ника, Олег, у него есть маленькое туристическое агентство. Я тебе чего не рассказывала? Ты рассказывала, я вспомнила. Так, слушай, я надеюсь, что я буду очень поздно. Поэтому ты оставайся у нас на ночь, ладно? Ну, конечно. Ну, все, я пойду, а то мне надо как-то еще в порядок себя привести. Ну, иди. Даш, иди сюда. Я тебя очень люблю. Слушайся тетю Тому и веди себя нормально. И я тебя. Я вас обеих люблю. Мы в курсе. Угу. Пока. Светуля! А! Господи, маги. Ну что мы будем делать? А ты что предлагаешь, Дашуля? Ну как? Ой, какой ты мне красивый. Осталось только галстук повязать. А, ну какой галстук? Сейчас такие не носят. Ну, зря. Ну что, волнуешься? Еще бы. А ты не нервничай. Потому что, когда ты нервничаешь, ты начинаешь нести всякую чушь. Серьезно? Игорючек, ну я ж твоя мама. Я же знаю тебя как никто. Столик в ресторане заказал? Обижаешь, мам. А я цветы купила. Сейчас, подожди. А во сколько вы встречаетесь-то? 7. Мам, слушай, ну может быть все это отменить, а? Ну зачем? Ну-ну-ну-ну-ну! Никаких! А ну вставай, кавалер! Вставай! Ты что вообще хочешь? Чтобы у входа девушка из-за тебя в ледяную статую превратилась? А ну давай быстро! Марш, марш! Игорь? Эля? Да. Это вам. Спасибо. Ну, пойдемте, пойдемте. Ну, пойдемте. Спасибо. О, здравствуйте. А я вот тут ножик уронил. Да. Вот, ножик уронил. Здрасте, Ермолов. Здрасте. Как вы себя чувствуете? Да, прекрасно. Ну, хорошо, я рада. А я, в принципе, вас и жду. В каком смысле? Ну, как, в прямом. Я же вам записку написал, ну, помните? И подписал, и, ну, меня же Илья зовут. Илья Ермолов. Простите, а на кого? Илья. Ну, да, да, да. А вот, кстати, наш столик. Хорошо. Я буквально на минуточку. Ладно? Сейчас я приду. Светик. Привет. А ты? Я вижу, ты моего совета послушалась. Молодец. Молодец. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Может, присоединитесь? Нет, вы знаете, у меня здесь тоже свидание назначено. Вот. Ну, приятного вечера тогда. Хорошо? Да. Я вас знаю очень много лет. Да? Да вы что? Тетя Зина часто о вас рассказывает. Боюсь даже спросить, что тетя Зина обо мне рассказала. Много разного всякого. А вот вы обо мне ничего не знаете. Светлана, а почему вы в этот прекрасный вечер не выпить бы вина? А? Вы какой предпочитаете, красный или белый? Мне все равно. Тогда давайте красное. Да? Так. О! Вы знаете, огромное вам спасибо за то, что приняли мое приглашение. Я даже просто не знал и не думал. И вот вы здесь. Спасибо. Игорь. Игорь. Ведь вам это неинтересно, да?
Алло, Зина, это я. Что, Илья не звонила? Ну нет, я понимаю, что они только встретились. Ну ладно, хорошо, будем надеяться, что они понравятся друг другу. Ну, за встречу. Ирочка, давайте на чистоту. Давайте. Меня прийти на свидание вынудила мама, поэтому я здесь только из-за мамы. Вы уж не обижайтесь, ладно? Вы замечательная девушка. Боже мой. Не поверите, ситуация идентичная. Да вы что? Да. Мне тетя все уши прожужжала. Сходи на свидание, сходи на свидание. Да, да нет, что? Я не хочу. Говорит, сходи, сходи. Боже мой, представляете, как бывает, а? Смешно. Да, да. Смешная ситуация, очень смешная. Тогда, может быть, вы ради моего любопытства расскажете мне, кто... Та красивая девушка, на которую вы все время смотрите. Светлана, вы знаете, что такое дорога? Нет. Дорога – это экзамен. Экзамен жизни. Дорога – это семья, которой нет. Mm-hmm. Это романтика, которой слишком много. Mm-hmm. За ваши глаза, Светлана. Это моя коллега. Коллега? И давно вы ее знаете? Ну, можно сказать, всю жизнь. Ясно. Вот знаете, дорог бывает много. Бывают прямые, кривые, даже круглые. Вот самое главное, чтобы идти по этой дороге прямо, никуда не сворачивать, крепко держать свой руль. Ну так, может быть, мы поужинаем, выпьем за знакомство? Да нет, я, пожалуй, пойду. Ну да. Я думаю, что я буду вам здесь мешать. Хорошо? Угу. Ну, может быть, вас проводить? Да нет, не стоит. Думаю, здесь вы нужнее. Удачи. Удачи. До свидания. Удачи. Илья, может, вам хватит уже? Да ну что вы, вечер только начинается. Правда? Прошу вас. Спасибо. Мне кажется, да, уже спасибо. Скоро закончится. Можно я буквально на минутку? Ну да, да, хорошо, конечно. Ну что, видимо, твое свидание тоже не задалось. Ну, как видишь. Я понимаю, что сейчас это все не вовремя. И что для тебя это будет полной неожиданностью, скорее всего. Мне надо сказать тебе одну очень важную вещь. Сейчас вот как-то захотелось это сделать, мне кажется, я потом уже никогда не решусь. И за что вы меня бросили, Светлана? Сейчас, секундочку, секундочку. Я, прошу прощения, там... Простите, ну секундочку, ладно? Сейчас, секундочку. Так что ты хотел сказать? Да не, не важно. Даже к лучшему. Не судьба. Вызовешь мне такси? Подожди, такси, тогда я вас провожу. Это не обязательно. Подожди, Светлана, ну это же... Я провожу. Ладно? Я вас догоню сейчас. Официант, счет! Ёлки-палки, это же не мой стол. Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать. Вижу, Дашенька, здесь я не вижу. Вот она, вот она. Ну что, пойдем спать? Пойдем в кроваточку. Пойдем.
Пойдем, дорогая. Не буду спать. Я маму подожду. Мама еще не скоро придет. Ты же большая девочка. Давай не будем ее огорчать. А то она подумает, что с тобой нельзя никого оставить. Вообще отдыхать не будет. Пойдем? Пойдем спать. Мишки спят. Зайки спят. Белочки спят. И Дашулька будет ложиться спать, да? Ну ладно. Только я с открытыми глазами лежать буду. Так мама быстрее вернется. Держи Лялю свою. С открытыми еще интереснее. Давай, засыпай. А я тебе книжечку почитаю. Сланные. Светлана, огромное спасибо за прекрасный вечер. Слушайте, а может это продолжим? В другой раз. До свидания. Подождите, Светлана, а позвольте мне проводить прямо до двери. Спасибо огромное за заботу, я сама справлюсь. Подождите, я отказов не принимаю. Ну подожди, ну это же как-то не по-гусарски. Тебе девушка сказала нет? Все, домой, спать. Пошли. Эх, давай. Не везет мне сегодня, не везет. А? Слушай, продолжим. Все, на сегодня тебе хватит. Давай, домой. Спать давай. Давай. Открывай осторожно. Давай, молодец. Давай. Оба. Залезай. Голову осторожней. Оба. Молодец. Вот хорошо. Все? Нормально. Давай, оба. Пока. Спасибо. Спасибо. Я тебя прикрою. Все, успокойся. Светлана, все, успокойся, садись. Слушай, какая у нас с тобой вчера ситуация нелепая была. Спасибо, что поехал провожать. Не знаю, как бы я без тебя от этого Ермолова бы отделалась. Да, не за что. Слушай, а ты когда папе поедешь? Не знаю, что. Да он мне такую редкую книгу посоветовал по шахматам. Вот завтра выходной у меня будет. Займусь, буду искать. Может, ты позавтракаешь? Нет, кофейку по-быстрому. Ну-ка сиди. Я уж поухаживаю. Батюшки. А давай. Так, а тебе как всегда, да? Как всегда. Все, хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Чем могу быть полезен? Я ищу книгу о шахматах, автор Рохли. Вы знаете, вот везде объехал, даже по интернету искал, но никак не могу найти. Я вам больше скажу. К сожалению, вы не там искали. Да? Да. Вот, пожалуйста. 71-й год издания, вторая дополнена. Ух ты. Спасибо большое. Тоже не надеялся. Пожалуйста, пожалуйста. Тетя Томочка, можно здесь спрячусь? Я? Конечно, прячься. Здороваться будешь? Привет. Привет. Так. Привет. Привет. Ты Дашку не видела? Нет, а она что, здесь? Должна быть. Да? Да. Ну, поищи.
Где же Даша? Даша? Куда же она делась? Даша? Тут ее не видно. Здесь ее нет и нигде. Даша? Ну, как все прошло в ресторане? Ты мне так ничего не рассказала. Просто катастрофа. Я не то, что рассказывать. Я вспоминать его-то не хочу. Да ладно. Так, ладно. Дашка, я сдаюсь. Ура, я выиграла. Ты меня не нашла, не нашла. Выиграла, выиграла. С меня шоколадка. Давай, раздевайся, садись. И представь какие-нибудь журналы. Да дай-то ей что-нибудь поделать. Я не знаю, там вон конверты заклеивать. Ну, сейчас что-нибудь придумаю. Дашку надо к логопеду отправить. Ты слышишь, как она разговаривает? А что, плохо разговаривает? Я не думала об этом. А я вот за тебя подумала. Какая ты молодец. А ты куда намылилась-то? Устраивать свою личную жизнь, совмещая приятное с полезным. Будем с Андреем подписывать договор о сотрудничестве наших фирм. А, бизнес превыше всего. Угу. А я по-другому не умею. Пока! Пока! Мама, можно я тебе помогу? Так, не можно, а нужно. Знаешь что? Возьми вот эти конверты и очень аккуратно складывай туда вот эти календарики. Спасибо. Так. Иван Петрович, а я книгу купил. Игорь, ну что? Нет, все нормально. Ты езжай домой, отдохни. Спасибо тебе. Пойдем поиграем. Мы же друзья. Давай, держись. Хорошо. Пока. Друзья. Вижу я, как ты на него смотришь, как на настоящего друга. С разводом не закончилось. Ну-ка на, вот, накройся. Ты что делаешь? Тоску заедаю. Личной жизни никакой. На работе дурдом. Знаешь, так все раздражает. Хочешь? Не. Ты знаешь, Уленька, ты о будущем думай. А твой неудачный брак уже в прошлом. Не распускайся. Мужчины эффектных любят. А где они, эти мужчины? Ты хоть одного нормального видишь? А ты хотя бы Игоря своего вспомни. Ну, он не идеал, конечно, но выбора-то у тебя нет. Игоря? Игоря? Не знаю, мы плохо расстались. Подумаешь, мужчинам ласка нужна. Каблуки, грудь, осанка и вперед, вперед. На абордаж? Думаешь? Да ну, я уверена. Растает твой Игорь, никуда не денется. А потом, ну, если ты сильно захочешь, я же знаю, ни один мужчина перед тобой не устоит. Ну, это да. Так, быстро. Глазки вымыла.
Каблук, грудь, осанка. Вперед, вперед, абордаж, давай. Ой, ой. Уснула. Наконец-то. Хорошо. Светка, у меня серьезные проблемы. Ты меня, конечно, прости, что я тебе в такой день говорю. У меня просто, ну, не с кем поделиться. С Андреем что-то? Вот уже второй вечер трубку не берет. Я тебя прошу, не психуй. Может, он ехал за город, дома телефон забыл. Да все что угодно. Не так все просто. Я на днях перевела очень серьезные платежи на его фирму, а по нашему договору он должен оплатить очень ответственный тур. И вот до сих пор деньги не пришли на счета наших зарубежных партнеров. Да ты что? Да просто кошмар. Если платежи не придут, то 100 человек не заселят в гостинице. Ты представляешь, какой это удар по бизнесу? Мне надо срочно уезжать. Я тебя прошу, не нервничай раньше времени. Мне кажется, это какая-то ошибка. Может быть. Лишь бы он только сволочью не оказался. Том, я абсолютно уверена, что все в порядке. Не переживай, не накручивай себя. Игорёчек, ты где там? Даша сидит. Иди завтракать. Устал вчера. Как Света? Света плохо. Ну, это жизнь. Все мы когда-то уйдем. А я даже, между прочим, внуков. Мам, ну что ты такое говоришь, а? Ну разве я не хочу? Да не хочешь ты. Не хочешь ты никаких детей. О, опять сухомятку. Мам. На, лучше кашу съешь. Угу. Соседка Зина сказала, ты Эле понравился. Несмотря на твои глупые выходки. Ну, зачем нужно было все время на другую пялиться? Я вот не понимаю. Мам, ты о чем? Или не против с тобой увидеться. Ну, в общем, я сказала, что ты тоже этого хочешь. Мам, ну это уже слишком. Давай мы с тобой раз и навсегда договоримся. Никаких встреч и договоров за моей спиной. Хорошо? М? Хочешь со мной разговаривать? Ты зачем пришла? Я хотела извиниться перед тобой. Ну, это уже в прошлом. Желаю счастья в личной жизни. А нет его счастья-то. Мы с Артуром расстались. Почему? Я поняла, что никогда его не любил. Ой, слушай, меня там пациенты ждут, мне работать надо. Да? Игорь, мне очень надо с тобой поговорить, но не на улице. Давай встретимся. Ну, давай. Сегодня вечером? Ну, давай сегодня вечером. Игорь. Ой, прости, я тебя испачкала. Ну все, беги, не опаздывай. Привет. О, привет. Девчушки. Здрасте, тетя Тома. Спасибо, Светка, что пришла. Я представляю, в каком ты сейчас состоянии находишься.
А тебе еще работать надо. Что, с ума сошла? Я же должна помочь. Да. Когда летишь? Завтра утром. Проблемы на месте буду решать. Да, у Андрея фирма. Однодневка оказалась. Забрал деньги и свалил. Гад. Господи, я до последнего надеялась, что он окажется порядочным мужиком. И что все это какая-то идиотическая ошибка. Ничего, прорвемся. Ну что, пожелайте мне удачи. 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 Чуть не забыла. Телефон логопеда. Только сейчас звони, я тебя знаю, ты потом затеряешь. Господи. Угу. Возвращаться плохая примета в зеркало. Посмотри. Точно. Угу. Ну, теперь точно все будет хорошо. Пока! Пока! Я побежала! Давай. Алло. Сейчас. Алло, здравствуйте. Я хотела бы записать ребенка к логопеду. Возможно? Нет, нет, на следующей неделе. Да, устроит, а во сколько? Пишу, пишу, да, в 16. А какой кабинет? 30. Да, все, спасибо. До свидания. Честно, я тоже не хочу. Свет! Чего? Знаешь, Оля совсем не изменилась. Такая же открытая, искренняя. Искренняя? Да. Мне кажется, что он совсем другая. Да? Какая? Хитрая, коварная. Так ты ж ее совсем не знаешь. А может, я сердцем чувствую? А как ты можешь чувствовать человека, если ты с ним не знакома? А? Глупый ты. И в женщинах ничего не понимаешь. Честно? Да мне вообще все равно. Ну вот и хорошо. Тогда пойду работать. А вот это правильно. Может, беременная? Не говорите глупости. Может, это серьезнее. Так, сначала на МРТ с контрастом, потом КВЛ подключу. Давайте быстрее. Света, Света, Светочка, что ж тебя в голове-то? Ну да, явно есть новообразование, но здесь нужен специалист. А кто у нас лучший нейрохирург? Профессор Зябликов. Я с ним работала когда-то. Зябликов. Значит, найдите его, пожалуйста. Скажите, это очень важно. Может, он к нам приедет. И очень нужна его консультация. Сделаю. Спасибо. Проходите. Благодарю. Здравствуйте, Аркадий Львович. Здрасте. Здрасте. Только что заснула. Скажите, профессор, а что это может быть? Нет, ну так сразу трудно сказать. Анализы нужно делать. Биохимия, повторный МРТ, да, онкомаркер, ну, эхо сердца, УЗИ, энцефалограмма. Ну, все как положено. Ладно, не будем беспокоить больного, ладно? Скажите, для этих анализов будет достаточно, чтобы установить точный диагноз? Ну, возможно, если останутся какие-то вопросы, проведем ангиографию и возьмем молекулярный анализ. Ну, так положение может оказаться достаточно серьезным. Ладно. Все анализы результат сразу ко мне. Всего вам доброго. Спасибо.
Спасибо, Аркадий Львович. Алло. Алло. Вы думаете ребенка из садика забирать? Даша одна в группе осталась. Немедленно приезжайте, сад уже полчаса как закрыт. Хорошо, спасибо большое. Мы про Дашку совсем забыли. Даш, ну это уму непостижимо. Я что, тут с тобой ночевать должна? Нет, ну вы не волнуйтесь. Мама придет обязательно. Вдруг у них какая-то операция важна. Даш! Ура! За мной пришли! Привет, принцесса. Привет. Давай иди, рюкзачок свой возьми, ладно? А вы, простите, кто Дашик? Я Игорь Сергеев, друг и коллега Светы. Вот, Дашина мама. Вы со мной разговаривали. Свет себя плохо чувствует, поэтому попросила забрать Дашку из детского сада. А, хорошо. Пусть выздоравливает. Спасибо, спасибо. Даш, иди сюда. Игорь, а где мамочка? А мама должна быть в больнице. Так что мы сегодня пойдем ко мне в гости, а завтра утром ее навестим. Хорошо? Ну, ладно. Давай руку. Пошли. До свидания. До свидания. Даша, пока, пока, пока. Пошли. Пока, пока. Мам! А? Иду. Как там, сын? Что-то серьезное? Ага, а давай я тебе помогу, а? Я сама. Это только маленьким помогает. Я уже большая. Вот умница. А знаешь, между прочим, дядя Игорь просил меня в школу обуть, одеть. Лентяй был. Правда? Да нет, неправда. Ты же скажи, что ты меня до 5 лет пеленала. Ну, это ж я не помню. Так, хватит болтать. В этом доме нас кормить будут, а то мы с Дашкой очень голодные. Ну, сейчас, сейчас. Идем на стул накрывать. Да. Даша! Дашенька, ну не беги, я ж тебя заплетаю. Сядь. Кексик возьми. Ну что, вкусно? Да, очень. Ай, какая тебе резиночка красивая. У меня дома еще много резинок. Целый пакет. Да. Вы когда поедете с дядей Игорем за твоими вещами, заодно этот пакетик с резиночками возьмете, ладно? Ну, Игорь! Ну что ты все на ходу? Сядь, поешь по-человечески. Времени нету, мам. Дашуль, поехали. Дашенька, ты, пожалуйста, все проконтролируй, потому что на дядю Игоря нет надежды никакой. Поняла? Дядя Игорь! Дядя Игорь! Да, Дашуль? Вот еще. Мы его Дина чуть не забыли. А, Дину чуть не забыли? Давай, клади туда. Давай, пройди везде как сыщик и проверь, все ли мы забрали. Хорошо? Хорошо. Все? Вот теперь все. Молодец, пошли. Так, Дашуль, смотри. Сегодня у тебя в 16:00 встреча с логопедом. Напомнишь мне, хорошо? Напомню. Молодец, иди одеваться. Давай. Дашуль, тебе помочь или ты сама оденешься, а? Я все сама одену. Молодец. Все. Здрасте. Здрасте. Нам нужен логопед. Я вас слушаю. Ничего себе. Оля, привет. Игорь, привет. А что ты здесь делаешь? Я вообще здесь работаю. Устроилась поближе к дому временно. А ты? Это твоя дочь? Да нет, это Даша, дочка моей коллеги Света. Вот Света болеет, я за девочкой приглядываю. И в 4 у нас назначена встреча с логопедом. Ну, тогда сейчас посмотрим. А я уж было подумала... Ну, мало ли что. Дашунь,
Посиди пока. А когда мы с тобой поужинаем? Ты же обещал? Или у тебя сегодня опять много дел? Оль, ты извини, как-то все сразу навалилось. И... Давай сегодня, хорошо. Я Дашку после занятия тогда отвезу и сходим куда-нибудь. Как тебе такая идея? Мне кажется, просто замечательно. Совсем от меня отвык. Ну что, Дашенька? Давай посмотрим, что у тебя. Не надо смотреть. У меня все нормально. Мама, когда ты уже будешь? Да скоро, не переживай. А пока ты с дядей Игорем побудешь, ладно? Он тебя в детский сад отвезет. А потом вечером заберет, и вы поедете к нему. Угу. Угу. Мандаринку хочешь? Да. Иди. Держи. Спасибо. Игорь, ты маме своей передай мою благодарность. Я бы Томку попросила за ней приглядеть, но она как назло в командировку улетела. Ладно, это все ерунда. Ты мне скажи, что у меня с диагнозом? Ждем результатов. Светуль, все хорошо. Угу. Все хорошо. Мы тогда побежим, ладно? Угу. А долго ждать? Да нет, недолго. Зябликов звонил, что какие-то дополнительные анализы нужно взять. Так что все хорошо. Все хорошо. Все, Даша, пошли. Я тебя люблю. И я тебя. Это хорошо. Давай. Все хорошо. Значит, ты говоришь, не моготу здесь, Алина? Не вернется она больше? Да. Не верю. Все надоело ей ведра таскать да грязь месить. Но это с непривычки только. Здесь со мной ее счастье. Алло. Алинушка, здравствуй. Федя, ну как ты там? Хорошо. Вернее, плохо. Но мне без тебя здесь жизни нет, Алина. Ну возвращайся. Да нет, ты знаешь, никак не получится. У Игоря проблемы навалились. Ты Свету помнишь? Свету? Ну да, которая к тебе с дочкой приезжала. Конечно. В общем, она серьезно заболела. А дочку мы на время к себе взяли. Алина, ну возвращайся скорее, я по тебе очень скучаю. Алин! Скучает. Ну что, как там Дашка, тяжело с ней? Да ты что, Дашка прелесть. Она нашу жизнь просто оживила. Они теперь с моей мамой такие подружки, все время шушукаются. Представляешь, что мама выдала? Она сожалеет, что у нее не дочка родилась, а то бы она уже внуков нянчила. Ты даже не представляешь, как я по Дашке скучаю. Светик, привет. Здрасте. Выглядишь прекрасно. Ну, да. Конечно. Позже забегу, поболтаем. Игорь, ау. Нас ждут в реанимации. Все, Светуль, мы работать. Давай. Да, Оль, привет. Я не могу сейчас долго говорить, я в операционной. Встретиться? Ну да, конечно, могу встретиться, да, конечно. Сегодня даже? Да, да, могу сегодня. Хорошо. Да, давай, до встречи. Здесь так хорошо. Наше место. Ты пойми меня, я слишком долго ждала. Когда ты позовешь меня замуж. И тут появился Артур.
Спасибо. Сейчас об этом обязательно говорить? Мне просто очень важно понимать, как ты сейчас ко мне относишься. Не знаю. Слишком много всего произошло за это время. Игорь, ты прости меня. Вот так у нас все. Не просто сложилось. Оль, я рад, что мы встретились. Вот разговариваем, но я пока не готов. Я тебя понимаю. Любимый, я готова ждать, сколько тебе понадобится. Еще чуть-чуть, и будет мой. Сказал, что пока еще не совсем готов. Странно. Раньше он при виде тебя сразу голову терял. А может, у него какая-нибудь другая? Никакой другой у него нет. Откуда? Работа, дом, дом, работа. Все. И самое главное, я сейчас совершенно уверена, что по-прежнему для него мисс мира. И этого не изменится. Уверена? Поживем, увидим. Так, повторяй за мной. Ла-ла-ла. А-а-а. Ну что за а-а-а? Где язык? Ну посмотрите, какой сложный ребенок. Нужны индивидуальные занятия 2 раза в неделю, не реже. У меня запись на 3 месяца вперед заполнена, так что сейчас запишитесь, через 3 месяца приходите. Подождите, это долго. Я врач востребованный. У меня очередь большая. Ну, вы понимаете, что нам в школу. Ее же не возьмут. А вы можете нас как-нибудь пораньше записать? Я бы с радостью, но... Но это платно. Могу предложить частные услуги. Сами понимаете, недешево. Сколько? Ну, 1,5. 1,5? А вы можете поменьше брать? Нет, это ваше право. Хорошо. Что не сделаешь для ребенка? Ну тогда вот вам моя визиточка. Позвоните вечерком, и мы обо всем договоримся. Спасибо. Вик, пойдем. Пойдем, давай. Вик, пойдем. Викуся, пока. Все. До свидания. Мам, пойдем сейчас в детский мир. Ты мне после поликлиники Барби обещала купить. Так, Вик, все, никаких Барби. Мы теперь деньги купим на занятия, да? Иди сюда, иди. На тебе цветочек и не плачь. Спасибо. Спасибо. Пойдем, давай. Привет. А я тебя позже ждала. Даже не успела себя в порядок привести. А разве эта роза была не для меня? Оль, ты что делаешь? Видишь, у них с деньгами туго. Ну, надо же мне как-то зарабатывать. В поликлинике копейки платят. Приходится выкручиваться. Просто рядом нет сильного мужского плеча. Ты извини, конечно, но не я тебя бросил. Игорь, по-моему, мы все уже обсудили. А давай не будем о работе. Я же не лезу в твою хирургию. Извини, нужно ответить. Да, Любовь Сергеевна? Да, слушаю, слушаю. Результаты из Авликова пришли? Вот хорошо, я скоро буду. Все счастливо. Нужно бежать на работу. Игорь, давай не будем дуться друг на друга по пустякам. Позвони мне, я буду ждать. Обязательно позвоню. Игорь!
что? Смотрите сами. Что так серьезно? Игорь, ты чего? Ты чего это здесь? Домой не поехал? Что-то случилось? Не, все нормально. С Дашкой? Не, с Дашкой все хорошо. Значит, со мной? Результаты пришли, да? И? Все очень серьезно. У тебя опухоль головного мозга. Так. Понятно. Операбельно? Ну. Сколько? Я. Сколько осталось? Бедная Дашка. Садитесь, Любовь Степановна, я вас довезу. У меня в голове не укладывается, чтобы такой диагноз, а? Надо о Дашке думать. А что тут думать? Сиротой останется, одна дорога, детский дом. Любовь Степановна, что вы такое говорите? Какой сиротой, а? Ну, а что делать-то? У нее же не останется никого. А мама поправится, только честно. Ну, конечно же, поправится, Даш. Все будет хорошо. Ты чего? А ты меня как мою маму любишь? А почему ты спрашиваешь? Мама с дедушкой об этом уже говорили, что хоть за ней ухаживали другие, но она им отказывала из-за тебя. Дедушка сказал, что это настоящая любовь. Даш, я тебя... Твою маму очень люблю. Пойдем. Здрасте. Здравствуйте. Доброе утро. Привет, Дашечка. Ну все. Вечером я тебя, как обычно, заберу. Будь умницей. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Пойдем, Дашечка. После той встречи на работе Игорь так и не перезвонил. Ясно, ясно, ясно. Действовать нужно. Самой с ним встретиться. Опять к нему на работу ехать? Мне кажется, это неправильно. Слушай, а девчонка эта, которую он к тебе приводил, Даша, по-моему? Да, я ее не взяла. У нее и так все более-менее, а так бы пришлось бесплатно возиться. Все, говорю, я деньги не возьму. На мать ее неизвестно где. А что, без хлеба? Тетя. Ну, так и я без хлеба. Да, ну тогда остается одно. Если хочешь Игоря вернуть. Ты о чем? Да есть у меня одна мыслишка. Ты говорила, он, кажется, с матерью живет. Ну да, а что? Пирог поешь? Не хочу, мам. Игорь, ну съешь хоть кусочек. Не доедай. А
горе-то какое. Дашу жалко. Совсем одна останется. Не останется. Игорь, ты что задумал? Я знаю, что делать. Сколько? 90 на 60. Привет. Привет. Светик. А знаешь, зачем я пришел? Выходи за меня замуж. Смешно. Ты же прекрасно знаешь, как я к вам с Дашкой отношусь. Вот. Я хочу Дашку удочерить. А для этого нам нужно пожениться, чтобы не было никаких проблем при оформлении документов. Ты не обязан это делать. Я уже все решил. Ой, смотри, твой Дина выпрыгнул. На. Мне его мама купила. О. Это Тирекс. Тирекс? Я даже таких слов не знаю. Просто я мультики про динозавров смотрю. А как ты думаешь, можешь мне тоже мультики начать смотреть? Тебе нельзя. Ты уже большой. Ну да, большой. Мама долго болеет. Я скучаю. Скажи, а ты помнишь, где ты с мамой этого Дина купила? Помню. Возле нашего дома. Ага. А давай мы тебе еще одного Тирекса купим. Или как его там? А? Угу. Хочешь? Пошли. Алина Сергеевна, это вам. Ой, мне так неудобно. Оленька, ну, наверное же, дорогие. А как? О! А это моя визиточка. Ну, на всякий случай. Запах нравится? Боялась, что не угадаю. Удивительный. Ой, Олечка, мне таких еще никто не дарил. Спасибо. Да не за что. А правильно ли я понимаю, что Светлана, мама Даши, для Игоря много значит? Он и ее лечит, и с дочкой возится. Ну, только как друг. Они же много лет проработали вместе. То есть... Игорь сейчас один? Ах, и лиса же ты, Олечка, а? Я уверена, что Игорь любит только тебя. Просто, ну, на него сейчас столько навалилось. Совсем забыла. Я же вам конфеты привезла из Швейцарии, шоколадные. А, ну давай. Тогда я сейчас уберу. Подожди, тут со стола. Прямо с альпийских лугов. Ой, боже. Угощайтесь. Спасибо. Я вот это возьму. Алина Сергеевна, мне очень нужна ваша помощь. Я хочу быть с Игорем. Мне кажется, я совершила большую ошибку. Сама не знала, что делаю. Но теперь поняла, что всю жизнь любила только его. Вы же мне поможете? Ну что, понравился ли магазин игрушек? Да. Только ты мне столько всего накупил. Мама бы замечание сделала, если бы знала. Ну, знаешь, иногда детишек нужно баловать. Помнишь код? Иди открывай. 2, 5, 5. Ключ. 11, 55. Мам! Мы вернулись! Ай! А у нас гости. Привет. Привет. А у меня вот что есть. Ух ты, какие красивые. А кто тебе их купил? Дядя Игорь. Какой молодец дядя Игорь, да? Да. Дашенька, пойдем переоденемся, а то скоро ужинать.
Ожидал тебя здесь увидеть. А я уже собиралась уходить. А, ну, пойдем, тебя провожу. Давай помиримся. Мне так тяжело было. Ну, мне тоже нелегко. Я себе места не находил. Ты прости меня. Я была не права. Я же врач. Я профессию не за денег выбрала, а чтобы людям помогать. Угу. После этого развода я все никак в себя не приду. И с детьми контакт потеряла, и людям не доверяю. Но это же пройдет, правда? Ты мне поможешь. Ну, посмотрим. Пойдем, пройдемся. Пойдем. Алина Сергеевна, Дашенька, до свидания. Мама, до свидания, Оленька, до свидания. До свидания. До свидания. Проходи. А помнишь, как ты подарил мне этот клатч? Ну да. Не представляла, что Артур может быть таким. В смысле? Не хочу ворошить прошлое. Я рада, что от него ушла. Ну хорошо. Давай не будем о прошлом. Игорь, а пойдем ко мне? Тетя сегодня у подружки ночует, я одна. Оль, давай об этом позже. Сейчас у меня к тебе есть очень важный разговор. Как скажешь, любимый. Только ты меня не перебивай, ладно? Хорошо. В общем, завтра мне нужно жениться на Свете. Не поняла. Что тебе нужно завтра? Ну, я завтра женюсь на Свете. А как же я? Я тебя просил, не перебивай, пожалуйста, ладно? Дай мне тебе все объяснить. Не надо мне ничего объяснять. Не так все понятно. То есть ты решила со мной и с ней одновременно? Молодец. Оль, давай не будем вот так вот. Да. Дай я тебе объясню, пожалуйста. Я всегда знала, что тебе нельзя доверять. Оль. Ты бабник? Оль. Все вы мужики одинаковы. Оль, Оля, дай мне тебе все объяснить. Я ничего не хочу слушать. И не бегай со мной, как собачка. Больше ты меня никогда не увидишь. Ну, как все прошло? Помирились? Скорее, наоборот. Это как это? Сейчас тебе расскажу. В общем, мам, я решил стать отцом для Даши. Для этого мне нужно жениться на Свете, пусть даже формально. О, как? Да. Я все это пытался рассказать Оле, но она даже слушать не стала. Ну, понятное дело, она расстроилась. А ты ей сказал про диагноз Светы? Не успел. В общем так, мама. Даша теперь будет жить с нами постоянно. И об Оле я ничего не хочу слышать. И надеюсь на твою поддержку. Еще. Слушай, нужно узнать, как оформляется опекунство. Я еще раз хочу уточнить. Вы хотите провести бракосочетание без торжественной регистрации? Да. По-другому не получится. Она что, совсем лежачая? Иначе бы я вас не пригласил. Пойдемте. Проходите. Проходите.
Здравствуйте. Вот, познакомьтесь, Светлана, моя невеста. А ну-ка, жених, отойдем, поговорим. Значит так, я отказываюсь регистрировать брак. Вы что задумали? Где свидетели, где родственники? Можете в полицию позвонить? Мало ли, вы сейчас женитесь, а потом квартиру не отхватите. Вы сейчас очень сильно ошибаетесь. Света, это мой близкий друг. Она тяжело больна. Ее дочь могут забрать детский дом. Если со Светой что-то случится, я хотя бы успею оформить опекунство, заменить девочке отца, понимаете? Я даже не знаю, что делать в этой ситуации. Пожалуйста. Пожалуйста, давайте сделаем это, ну, не ради меня, а ради ребенка. Пожалуйста. Ну, хорошо, пойдемте. А то невеста заждалась. А вы кто? Свидетель. С чьей стороны? С обеих. Перед государственной регистрацией... Сейчас, секундочку. Сейчас, секунду. Так лучше будет. Сейчас. На. Угу. Ага. Да, да, продолжать. Перед государственной регистрацией брака прошу вас ответить. Является ли ваше согласие стать супругами свободным, взаимным и искренним? Готовы ли вы разделить это счастье и эту ответственность? Прошу ответить вас, жених. Да. Невеста. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации и по вашему взаимному согласию ваш брак регистрируется. Спасибо. Ну, должен же быть какой-то выход. Ну, вообще-то профессор Зябликов раньше оперировал подобную опухоль. А почему мне об этом ничего не сказал? Во-первых, это было давно, во-вторых, не все операции проходили успешно. А сейчас он вообще только консультирует. Все равно нужно попробовать его уговорить. Нет, человек он непростой, он не согласится, да и вообще. Вы же с ним работали. Ну и что? Все равно без вариантов. Нет, не получится. А Алло? Оля? А, здравствуй. Это мама Игоря тебя беспокоит. Послушай, нам нужно поговорить. Игорь списался со Светой только из-за Даши, чтобы девочка в детский дом не попала. В детский дом? Угу. А я не знала. Ну так в этом все и дело. Бедняжка еще пожить не успела. А тут такой. Все так серьезно? Да.
Игорь говорит, опухоли обнаружили в мозгу. Меньше месяца осталось. Это ужасно. Только я не пойму, а почему Игорь должен заботиться о ребенке? Почему родственники ее не заберут? Ну так нет же никого. Светин отец умер недавно, а про Дашиного отца Света не распространялась. А что же он мне сразу не сказал? Не знаю. Ему, наверное, сейчас очень тяжело. Да. Нельзя его одного оставлять. Я должна быть рядом. Поможете? Профессору, его коллега Игорь Сергеев. Аркадий Львович будет с минут на минуту, у него через 20 минут лекция. Вы присаживайтесь. Да, хорошо, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, Аркадий Львович. Вы простите, что я вас отрываю, но мне просто некому больше обратиться. Пожалуйста, проходите. Я прошу вас ее прооперировать. Вы понимаете, что шансы на успех минимальны. Поверьте мне, при таких показателях ни один вменяемый хирург за операцию не возьмется. И я в том числе. Я не буду делать операцию. Света может стать либо овощем, либо умереть прямо на операционном столе. Это понятно? А я верю в успех. Все равно есть всегда один шанс, есть шанс. Я настаиваю на операции. Настаиваю, чтобы эту операцию провели именно вы. Правильно, шанс есть. Он называется чудо. Я в чудеса не верю. Я понимаю, вам тяжело, я сочувствую. Но ничем не могу быть вам полезен. Извините. Шоколадного кремика-то надо побольше. Дети шоколад любят? Должно понравиться. Пусть только попробуют, не понравится. Мы для кого еще торты пекли? Ничего-ничего, все съедят. Потом еще фруктиками украсим. А ты знаешь что, ты сама-то главное не теряйся. Улыбайся. С Дашей посюсюкай. Вкусняшка. Маму похвали. Они потом уже и на Игоря повлияют. Ну я тоже посюсюкаю. А вот как выйду замуж, то от девчонки избавлюсь. Не собираюсь я чужого ребенка растить. Ну, я вижу, ты уже все решила. Дело за малым. Игоря заполучить. А ты что, сомневаешься? Ни капельки. А ты что стоишь-то? Иди уже, готовься. Сегодня должна красиво быть. Аккуратно. Спасибо. Да не за что. Так много нет. Нет, сначала глазурь. А я вам торт принесла. Сама готовила. Ой, Оленька, ну ты даешь. Ой, не чайник-то. С вишенкой, я вишенку хочу. Так, руки. Арина Сергеевна придет, все вместе будем есть. Сейчас будем чай пить. Дашка, смотри, какая вкусняшка. Налетай. Не хочу уже. Даша, ты что? Ну, очень вкусно, правда? Я старалась. А это вам. Спасибо. Так, давай скорее налетай, а то мы сами все съедим. Ну, посмотри. Тут вишенка, орех, шоколад. Все, как ты любишь. Ешь, подруга. Вы мне не подруга. Не хочу ваш торт есть. Даша, ешь, я сказала. Ешь, я сказала. Ну-ка, быстро ешь.
Ешь! Дядя Игорь пришел. Сынок, а к нам вот Олечка в гости пришла. Я вижу. Мам, отведи ребенка в спальню, пожалуйста. Иди, Даша. Ты что здесь делаешь? Игорь, я тебя в прошлый раз не так поняла. Вот иди сюда, Дашенька. Ты пока поиграй тут, ладно? С динозавриками. Угу. Извини, если что-то не так сказала. А у Светы там все так плохо, да? Игорь, ты знаешь, я готова заменить Дашу маму, когда ее не станет. Ты Свету раньше времени не хорони. А Даша мамой ты никогда не будешь. Уходи. А ты круглый дурак. Хочешь повесить на себя заботу о чужом ребенке? Я в этом цирке участвовать не собираюсь. Ты ничем не лучше моего бывшего мужа-идиота с его доченькой. Бай-бай. Слышала? Да. Оля не та женщина, с которой я хочу связать жизнь. И, мама, больше за моей спиной ничего не делай. Хорошо, не буду. Эй! Та тетя ушла? Та тетя ушла и больше не вернется. Со Светой можешь побыть? Конечно. Угу. Как это все случилось? Давайте потом все расскажу, ладно? Мне кое-что надо выяснить. Почему Сябликов отказывается оперировать? В чем причина? Вы с ним работали, вы должны знать. С чего вы взяли, что должна быть причина? Ну, потому что врач такого уровня не может просто так вот взять и перестать оперировать. Вы понимаете, я не могу об этом рассказывать. Существует, в конце концов, врачебная этика. Это его личное. Света умирает. И мы что, вот так просто будем сидеть, сложа руки, да? Хорошо, я расскажу. Я работала с ним тогда. Аркадий Львович оперировал свою дочь. Тоже опухоль, очень похожий случай. И во время операции она умерла. С тех пор он не может взять в руки скальпель. Я с ним сам поговорю. Спасибо большое. Аркадий Львович? Да. Здравствуйте. Здрасте. Простите, это снова я. Я вижу. Я знаю, почему вы не хотите оперировать. Пожалуйста, не лезьте в свои дела, ладно? Из чего это вы взяли, что я боюсь оперировать? Я этого не говорю. Я прошу вас помочь Свете. Уже как коллега. Я понимаю, как вам сложно вернуться в операционную. Но, к сожалению, я сам такую операцию не смогу провести.
Но всю ответственность я возьму на себя. Вы мне так ничего не ответили. Здравствуйте. Готовим инструменты и аукционный материал. И начинаем работать. Наркозная маска, пожалуйста. Хорошо. Энцефалограмма. Давление падает. Так, нужно вводить 2 кубика адреналина. Это большой риск. Могут произойти необратимые изменения. Вы уверены? Да, я уверен. Вводите. Ну вот. На мой взгляд, все опухоль удалена. Ничего, моя дорогая. На Игоре свет клином не сошелся. Ты девушка видная. Без пары не останешься. А знаешь, как обидно? Забудь. Самооценка ниже плинтуса. Перестань. Ты же мне настоящая королевишна. Найдешь ты себе еще жениха. Знаешь что? Мы твои фотки на сайте знакомств разместим. А сейчас женихов тобой не будет. Только обязательно написать надо сразу. Одиноким папашам с дочками просьба не беспокоиться. Вот. Узнаю свою Оленьку. Именно такой мужчины сходили с ума. Так что не раскисай. Держи фасон, Оленька. А я своего добьюсь. Это точно. А вот это правильно. Правильно. А мороженое жрать? Не дам. Федя? Привет, Алин. Привет. Вот. Не буду я брать твой букет. Ты бы хоть поинтересовалась, как у меня в деревне дела. Ну и как? Вот бросил все, тебе приехал. Соседка обещала за хозяйством присмотреть. А-а-а. Я, между прочим, скучаю по тебе. А я, между прочим, тоже по тебе скучаю. Даже думала навестить. Просто у Игоря много проблем было. Али, ну, возьми, ну, что я с ним как? Алин, я ведь места себе не нахожу. Ну, давай мы с тобой поделимся. Или я к тебе, или ты ко мне. Идем домой, там все решим. Ну что, ты как? Все прошло просто замечательно. Ты большая молодец. Там во время операции был один серьезный момент, но он не растерялся. Горжусь. Я вам очень благодарен за то, что вы все-таки согласились оперировать. Я вам как муж благодарен. Вы что, женаты? Ну, уже неделю как. Вы смелый. Знаете, обычно хирурги не оперируют родственников. А если оперируют, то не всегда удачно. Можно?
не помешаем. Мама, мамочка, я так по тебе соскучилась. Я тоже. Воздух сумасшедший. 100 лет на улице не было. Спасибо тебе за все. Даш! Давай, залезай. Вот, молодец. Полочку дай. Ты посмотри расписание. Когда у тебя будет свободное время, можем поехать документ на развод подать. Дурёха ты, дурёха. После того, что мы пережили, о каком разводе может идти речь? Давай поженимся. Мы женаты. По-настоящему. В смысле? Светка, я тебя люблю. Ну вот, Игорек, а говорил, не поедет твоя мама ко мне в деревню. Ей теперь в городе делать-то нечего. Наша-то наша. За тобой есть кому присмотреть. Ну да. Дядя Федор, а можно я вам в гости не на неделю, а на целый месяц поеду? Мне там очень нравится. Да, конечно, можно. Конечно, живи сколько хочешь. Ты ж теперь коровку умеешь доить? Да. Ну, идемте садиться. Мамуль, а когда тебя обратно-то ждать? Ой, не знаю, не знаю. Сколько выдержу? Придется искать компромисс. Полгода в городе, полгода в деревне. Это я не согласен. Кто же будет за хозяйство-то смотреть? Я решил стадо коров завести. Ну, небольшую, голов 20. Что? Игорь, выгружай вещи. Даша, мы никуда не едем. Да шучу я, шучу. Мне счастливо. Ну ладно, до свидания. До свидания. Пока. Счастливо. Давайте, ребят. Спасибо. Счастливо. Счастливо.